Приступаем к десерту. На десерт блинчики с такой вот шоколадкой молочной, пористой. Сегодня не будет ни сметаны, ни варенья. А пористый шоколад. Ну и кофеёк. Ароматный растворимый кофеёк. Блины с шоколадом, я скажу, тема. Конечно, ни сметана, ни варенье, но тоже пойдет для разнообразия. Что десерт сегодня просто бомба. Как ни крути. А блин, так я вообще обожаю. Ну, только не с мясом, конечно. Для меня блины — это десертное блюдо. С творог, сметана, варенье, шоколад. Ну и разные сладкие ништяки. Ну никак там ни мясо, ничего такое. Блины для меня десерт. Ну как-то так. Шоколад пористый. Я уже говорил. Крошится, зараза. Thank you.
подавился. Ничего бывает. Волшебная просто. Просто класс.